Алексей Ерошин «Правильная профессия». Читает Белошапкина Дарина, 12-я группа. Я решила сегодня твердо космонавтом стать хочу. Я в ракету влезу гордо и в ракете полечу. Будут звезды и кометы проплывать в моем окне. Все журналы и газеты всем расскажут обо мне. А когда сердита мама крикнет мне издалека: срочная радиограмма моей дочки у меня. Воротись сию минуту, выбрось мусор, пыль протри, за собой помой посуду, в шкаф игрушки убери. Мам, мам, скажу я, брось обиды, слово честное, не вру, через год вернусь с орбиты, вот тогда и приберу.